Всем привет, вас снова приветствует компания Лапапичер на четвертом уроке по After Effects. И сегодня мы будем создавать огненного человека, фаермена. Что-то, например, этого. А также я усовершенствовал технику и вот. Давайте начнем. Для начала нам нужно иметь видео с человеком, которое должно быть снято на хромакей и сделать кейнинг. Но есть много в сети уроков по хромакей, так что я думаю, с этим проблем не будет. Так, начинаем создавать. Я имею съемку, снятую на хромакей, сделанный кейнинг, перемещу его на новую композицию, создаю дым. Окей, первым делом я переименую с помощью клавиши Enter на Man. Дубликуем слой, Edit, Duplicate. Переименуем на Effect, Loom, Effect. Окей, все хорошо. Так, сейчас на эту съемку Effect, Generate, Fill. И поменяем color на белый, white. Окей. Теперь Layer, Pre-compose, All Attributes. Окей, and I think окей. Now, create a black solid. Создаем слой черного цвета. Так, и переименуем его в particular. Окей. Хорошо. Теперь Windows Effects and Presence. И выберем Particle Playground. Переместим его на композицию. Окей, что мы получили? Первым делом заходим в настройки Canon и меняем Particle Preset на 0, 0. Потом идем Gravity и меняем Directionary to 0, 0. Окей, хорошо. Теперь выбираем Layer Exploder, выбираем нашу композицию. Effect Luma Comp 1. Окей, хорошо. Меняем Velocity Disper на 60, 16. И Radius of New на 3. Окей. Create new solid. Создаем новый слой. Layer new solid. Solid и назовем его noise. Noise. Окей. Okay. Layer pre-compose. All attributes. Окей, окей, окей. Хорошо. Теперь включаем эту композицию двойным кликом. Effect. Generate. Ramp. Окей. Окей. Хорошо. Применим Turbulent Displays. Перетаскаем сюда. Окей. Первым делом поменяем Amount на 500. 500. And поменяем size на 12 и complexity я думаю 4. Окей, хорошо. На evolution на этом спидометре с помощью клавиш Alt, Enter и правой кнопки мыши
одновременно. Окей. Стираем все, что здесь есть. И вводим time. Sorry. Time. Звездочка. Вот тысяча. Окей. И мы получили анимацию noise. Хорошо. Вертаемся в первую композицию и перетаскиваем noise вниз. Отключаем его с вида. Хорошо. Теперь переходим к particular. Выбираем persistent property mapper. И у меня следующие параметры. Use layer map as noise comp. Noise. На шум. Окей. Now change map red to opacity. Very well. Окей. И на min ставим минус крапка 2. Минус 20. Окей. Map green change to y-force. Окей. И меняем max на 30. Окей, хорошо. Встретимся в следующей части нашего урока.